Отель «Дельфин Бигран» находится в 10 километрах от города Анталья на берегу моря. Площадь отеля 112 тысяч квадратных метров, и ремонт был полностью сделан в 2016 году. Отель состоит из 4 9-этажных зданий. Продуманная планировка территории, много баров, бассейнов, много уютных уголков. Номера в отеле просторные, хорошая анимация, вечерние шоу. Отель для семейного отдыха с детьми. Один достаточно или два показать? Достаточно один. Это номер B Lodge. 42 квадратных метра. Да, территорию тоже можно посмотреть, кровать. Это номер с прямым видом. Кингсайд кровать, да? И софа. Суфа не раскладывается. Вот так ее для ребенка застелят, потому что в некоторых номерах поменьше диванчик. 6-7 лет. Балкон. Вид с балкона. Вот она территория большая, кстати. Можно. Только воды простой нету, инфогруппа у меня уже выпила простую воду. Остальное смотрите. Ну все как обычно. Кушать инфогруппа. Да, уже в одном у меня шоуруме. Как татары. Своровали. Отсюда? Нет, не украли, попросили. Так ничего, что грудь. А, ничего себе. Все равно шоу.
еще, я, наверное, думаю, что все расскажу. Может быть, если не все, что-то пропустила, тогда вы потом зададите мне свои вопросы. Так, рассказываю про отель. Отель как Дельфин Бигрант работает с прошлого года. До этого был Рикс Осларес. После реновации открылся в прошлом году как Дельфин. То мы имеем 10 километров до аэропорта, 15 километров до центра города. Площадь отеля 112 тысяч квадратных метров. Всего у нас 853 номера. Есть у нас 9 разных категорий номеров. Начиная от самых простых стандартов до больших фэмили, дуплекс, семейных, сьют, двухэтажные. Практически во всех номерах одинаковый дизайн, только больше площади. Номера, которые отличаются по дизайну, романтик и делюкс лофт. Остальные все одинаковые, такие, как я вам покажу. Так, интернет по всей территории отеля бесплатно, везде работает, на пляже тоже ловит. В вашем номере сейф, мини-бар бесплатно, мини-бар пополняется ежедневно. В мини-баре есть пиво, белое, красное вино. Во всех категориях номеров халаты, тапочки и чайные наборы. Дальше, 8 ресторанов а-ля карты у нас. Все а-ля карты рестораны можно посетить за время пребывания по одному разу. Резервация предварительная один день заранее. То есть сегодня делаем на завтра, завтра на послезавтра. И у нас рестораны есть итальянский, китайский, японский, мексиканский, греческий, стейк, рыбный и турецкий. Дальше, 13 баров. Ночной есть Irish Pub. Там можно ночью пить, кушать, потом бар на пирс есть, бар на пляже. Также вдруг вам ночью захотелось кушать, ночной рум-сервис с часу до 6 утра бесплатный, но без напитков, только еда, номер бесплатный. По бассейнам. 11 бассейнов. На улице есть один бассейн для взрослых с подогревом. Два аквапарка. Для взрослых большой аквапарк 9 горок, для детей отдельно 7 горок. Мини-клуб для детей с 10 утра до 5 вечера. Вечером лунопар бесплатно с 19.30 до 21.30. Кроме того, для детей есть 20.15 мини-диско, мини-кинотеатр 8 часов для детей, 9.30 для взрослых. Так, для детей в номер детская кроватка, горшок бесплатно. Детские коляски можно взять под депозит на ресепшене за 50 евро. То же самое инвалидные коляски, 50 евро под залог. Потом за в ресторане детская... А? За время пребывания. Это не оплата, это депозит. Вы когда возвращаете коляску и забираете обратно. Бесплатно. Потом детское питание в баночках. Есть в главном ресторане один вид фруктового, один вид овощного, йогурты, соки, фруктовый, молоко. Также там есть микроволновая печь и блендер. Дальше 8 теннисных кортов. Теннисные корты тоже бесплатные, ракетки можно взять под залог на ресепшене, то же самое 20 евро залог. Фитнес-центр у нас очень большой, 1350 метров квадратных. Потом вечером по предварительной резервации можно курить кальян с 8 до 10, с 10 до 12. Эту резервацию вы делаете в тот же самый день на ресепшене. И шаттл-бас в центр города 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Один день заранее делаете резервацию, в 9.30 утра вас забирают из отеля, едете в центр города Каичи и обратно возвращаетесь в 2 часа, с того же места вас автобус забирает и везет в отель. Что еще? Пляж. Пляж песочный, у нас длина 450 метров, и есть вход в море пологий, шезлонги, навесы. На пляже за дополнительную плату у нас есть беседки, большие возле самой воды по 60 евро в день и маленькие по 25 евро в день. Только беседки на пляже дополнительно платят. Остальное быстро все включено, концепция ваша. Алкоголь иностранный тоже есть. Спросили что-нибудь?